Правительство Ямала и «Газпромтранс» договорились о взаимодействии в области изучения вечной мерзлоты. Соглашение об этом накануне подписали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор компании. Документ предусматривает обмен информацией о геологическом строении и свойствах грунтов на железной дороге Обская-Баваненково-Карская и объектах, расположенных вдоль нее. Цитата. Изучение состояния вечной мерзлоты – одна из наших важнейших задач. Активная работа по мониторингу ведется и нашими предприятиями, так как на мерзлоте построена значительная часть производственной и транспортной инфраструктуры. Взаимодействие и обмен информацией позволят нам сделать работу более эффективной, подчеркнул Дмитрий Артюхов.